Здравствуйте. Хочу вам очередной раз показать то, что я делал. Коптил именно в Моските. Не рекламирую, ни в коем случае не рекламирую. Я просто показываю, что это делается. Значит, грудина, вот такие полоски. Хорошенькие. И не только, значит, идут. Вот такие кусочки хорошие. Я показывал, я делал еще больше. Но чтобы их потом не это самое, вот, люди попросили поменьше. Вот, кусочки. Вырезка, ребра. Вот она на срезе, грудина получается. Вот. Хороший, красивый цвет. Вкусная, режется мягенькая. Это у меня рульки были срезаны с кости и завернуты вот в такой рулет. Готовилась в сувиде. Здесь их 4 штуки показываю. Вот. Дальше будет это все сниматься. Все полностью сниматься будет. Будет сниматься пленка, оденется опять сетка и будет коптиться. Будет коптиться, значит, готовила я ее, значит, по принципу, солил как на колбасу. 16 грамм посолочной смеси 50 на 50 с нитриткой, 10 грамм краковской добавлял и добавлял чипица. Это специальная такая специя, она острая, ее добавляют в колбаски острые. Значит, пойдет она у меня как мясо под пиво. Вот. И что еще делал? Вы не стоите сильно как бы на бардачок, потому что у меня как бы все работает. Вот, кстати, предмет, в котором копчу мясо. Это москит на 50 килограмм. Вот. Значит, видно, что рабочий. И сушильно-вялочный шкаф, который приобретался. Здесь висят рулеты. Они готовились в сувиде. Они, в принципе, как бы прокапчиваются и в моските, все приготавливается. Но вот этот раз я их делал в сувиде, потому что у меня было время, и все остальное как бы сделал в сувиде. Поэтому все, кто сомневаются и не хватает денег на дорогостоящее оборудование, москит, бывшая идиллия, очень подходит для такой работы. Так что еще раз говорю, я не рекламирую, я показываю. А советовать тут как бы я уже не могу, потому что при выборе жены, автомобиля и коптильного оборудования советчиков не бывает. Еще раз говорю, я только показываю, что можно делать. Ну и в дополнение ко всему к этому, что еще хочу сказать. Благодаря именно этому оборудованию я познакомился с очень хорошими людьми. С людьми, у которых такой же интерес к копчению, как и у меня. Вот. Это и канал «Пойдем покоптим». Слава тебе, привет, опять же. Значит, Светлана Валентиновна, Оренбург. Значит, Светлана Астория, появился новый канал, пожалуйста. Игорек, Казахстан, Петропавловск. Тебе привет, Влад, Дмитрий Николаевич. Макс, Суренчик, это у нас Краснодарский край, Влад, если я говорил, Тюмень, Валера. В общем, ребят, прошу прощения, если кого-то не назвал, извиняюсь. Значит, отдельное спасибо Диане, отдельное спасибо, это канал Дианы Строгой, как бы тоже это все началось. И с нее я имею в виду знакомство с этими людьми. Поэтому очень много хороших людей мне попалось благодаря этому оборудованию, потому что оно нас свело в начале. Ну и мы продолжаем все общаться. Значит, Игорек, также паренек, который очень все хорошо делает, руки растут откуда надо, это Самара. Игорь, тебе тоже привет. Ну вот как-то так. Так что еще раз говорю, благодаря этому оборудованию я познакомился с очень хорошими людьми. Так что всем удачи, здоровья и всех благ. Ребята, коптите, чтобы у вас было все хорошо, было вкусно и все получалось. Удачи, будьте здоровы.